Национально-культурная автономия корейцев в Казани совместно с представителями Центра корееведения КФУ познакомили казанцев с корейской культурой. Прошли такие мероприятия, как фестиваль корейского кино, исполнение традиционных корейских баллад, национальных танцев и игра на традиционных музыкальных инструментах. Тесно налаживаем контакты именно Татарстана и Республики Кореи. А у нас улучшается постоянно общение, то есть мы общаемся на разные темы. Планируется здесь также открытие институтов LG, Samsung. Конечно, для этого всего нужно настраивать, так сказать, общение, настраивать связь и начинать, конечно, вот именно с интереса к самой стране. И вот такие мероприятия, они повышают интерес к культуре Кореи, к языку, показать именно традиционную культуру, вот эту вот основу, стержень самой страны. Ну, это, конечно, я считаю, это очень важно. Дни корейской культуры проводятся в Казани уже во второй раз, но в таком широком формате в первый. На фестиваль приехали одни из самых лучших актеров, артистов, певцов и танцоров Кореи. Благодаря им казанцы, изучающие корейскую культуру и язык, смогли целиком окунуться в атмосферу корейских традиций. Адиль Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.